По случаю Дня независимости Колумбии, премьер-министр и президент Армении направили президенту страны поздравительные послания. Нагорно-Карабахский конфликт должен найти свое решение мирным путем. Арарат Мирзоян, председателю Сената Польши. Глава МИД Азербайджана и генсек НАТО обсудили перспективы сотрудничества. Правозащитные организации раскритиковали газовую сделку ЕС с Азербайджаном. «Мы высоко ценим поддержку Германии и демократической повестки Армении», Ален Симоньян сказал вице-спикеру Бундестага. Компания Mitsubishi Heavy Industries Russia хочет работать в Армении. Иран не потерпит закрытие границ Армении, Хаменеи и Путину. Президенты России, Ирана и Турции выступили совместным заявлением. Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.